удовольствием побывал бы в космосе, если мне бы предложили провести там репортаж. Я бы, наверное, принял приглашение, полетел бы. Тем более на Луну. Или на Марс. На Марс надо лететь при нашей современной технике 1.5 года. Представляете, 1.5 года туда лететь? И там только 3 человека в кабине. Они будут общаться, выращивать там. И это все 1.5 года им надо быть втроем в замкнутом пространстве. Это, наверное, ну, мне не привыкать, потому что я эту технику прошел в школу, реалити-шоу. Поэтому, если у кого-то вдруг, кто слышит наше интервью, есть возможности взять меня в космос, пожалуйста, вы не пожалеете. И вам за меня не будет стыдно.